Глава государства подписал распоряжение о назначении стипендий президента Беларуси. В этом году их получит 70 аспирантов, которые выполняют диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности. В стране стартовало досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Оно продлится до 26 февраля включительно. Участки в эти дни открыты с 10 до 14 и с 16 до 19. Для того, чтобы отдать свой голос, нужно предъявить паспорт, ID-карту, военный билет, служебное удостоверение работника госоргана или водительские права. В Беларуси, по данным статистики, самый низкий уровень безработицы среди стран ЕАЭС. К концу прошлого года зарегистрированы 5 тысяч незанятых в экономике. Это 0,1% от всех трудящихся. В начале февраля наниматели заявили о 95 тысячах свободных мест. Из них около 6 тысяч предусматривают жилье. ГАИ проведет единый день безопасности дорожного движения 25 февраля. Цель – профилактика происшествий, участники которых оставляют место аварий. За это, напомним, грозит штраф от 5 до 25 базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет. В республике объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. В целом будет облачная с прояснениями погода. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. МЧС призывает не приближаться к слабо укрепленным конструкциям.